В рядах профсоюзного движения Кубани больше 600 тысяч человек. Как отметил губернатор, это реальная сила, способная отстаивать свои права. Одно из ключевых направлений в работе активистов – борьба с серыми зарплатами и теневой занятостью. Отмечено, что на предприятиях, где существуют профсоюзные организации, практически нет задолженности по оплате труда или выплат в конвертах. Важно ощущать себя не просто нанятым, а влияющим, в том числе на процессы, которые происходят на том предприятии, в котором ты работаешь. А в одиночку ничего не сможешь. А вот когда ты объединяешься уже в сообщество, вот в рамках сообщества, конечно, можно влиять. Можно. Никто никуда не денется. И это сегодня понимают, в том числе руководители всех предприятий, невзирая на уровень собственности. И я знаю, что даже вот по моей информации где-то есть настойчивые рекомендации, даже запреты, чтобы работники вступали в члены профсоюза. А это говорит о том, что на самом деле вы можете заставить с собой считаться и заставляете с собой считаться. В свою очередь, представители профсоюзных организаций смогли задать губернатору вопросы на волнующие их темы. На встрече обсудили детский отдых и поддержку молодежного профсоюзного движения.